Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое, но диалог будет продолжен. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Белого дома. Основная переговорная часть саммита длилась более 2 часов. Встреча тет-а-тет, прошедшая до общей дискуссии, 45 минут. Американский лидер сообщил, что, несмотря на разногласия, саммит завершился на дружественной ноте. Утром в четверг стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась отвечать на вопросы о возможности подписания совместного коммюнике и что программа второго дня саммита была в принципе изменена. По итогам встречи состоялась лишь пресс-конференция американского президента.